Ну что, соскучились? Я точно соскучился. Правда? На этот раз мы отправимся по забытым и утерянным мультфильмам с канала Cartoon Network. Приведите ваши спинки в удобное положение, пристегните ремни, ведь мы взлетаем. Первый собственный мультфильм на канале Cartoon Network, который создал и популяризировал собственный стиль анимации на десятилетия вперед, тем самым дав огромный толчок в продвижении и покорению рынка в мире анимации. Это, конечно же, всеми любимая «Лаборатория Декстера». Если кто забыл или не знал, рассказываю. Декстер – это коротышка с гениальным умом и немецким акцентом. Имеет свою лабораторию под домом, где мастерит разного рода крутые штукенцы, вроде машины времени, гигантских роботов или уменьшающий луч. У Декстера есть сестра, Диди, которая обделила сверхгениальностью. Зато она творческая личность, ранимая, но может постоять за себя. Она то и дело врывается в лабораторию Декстера и творит там дичь. На этом строится большинство серий мультсериала. Каждый раз они бесят друг друга и не дают пожить спокойной жизнью. Хотя в некоторых сериях можно обратить внимание, что Декстер ее по-своему любит и оберегает. Брат и сестра не одни в этом мультсериале. Также здесь имеется еще один гениальный мальчик, который противостоит Декстеру и зовут его Мандарк. Подстриженный под горшок пентюх вечно пытается испортить планы Декстера, как-то насолить ему, испортить изобретение, либо своровать. Если Декстер действует из добрых побуждений, то Мандарк явно ведет себя как зарождающийся злодей. А его смех. Если услышал раз, то он у тебя в голове еще надолго. Можно обратить внимание, что Мандарк вначале просто соперничает, хочет просто утереть нос своему оппоненту. Однако, если смотреть дальше, то можно обратить внимание, что его злость копится. Это видно по его стилю лаборатории в последующих сезонах. Единственное слабое место Мандарка – Диди, в которую он безумно влюблен. Еще тут присутствуют родители Декстера, которых он совсем не уважает, из-за того, что они поклали на него и уже давненько. В первом сезоне есть целые серии, сосредоточенные только на второстепенных персонажах. Первый из них – это обезьянка с суперсилой, которая состоит в команде супергероев. В тяжелый час ее призывают, и она спешит на помощь в борьбе со злом. Она владеет суперсилой, телекинезом, полетом и скоростью. Другие истории связаны с друзьями справедливости, которые живут в одном доме. У них все серии выстроены в стиле ситкомов. Постоянный закадровый смех всегда сопровождает эти серии. Наша троица – это Майор Слава, пародия на Капитана Америку, Валхален, типа Тор и непревзойденный Кранк, Фиолетовый Халк. Вообще в мультфильме много пародий на комиксы Marvel. У них также есть Черная Вдова, Железный Человек, Черная Пантера, Вижн, Алая Ведьма, Факел, Ник Фьюри и Команда Щита. Даже подобие Джокера появляется. I've got a special delivery for you. Также есть одна серия, которую забанили за РГБ-пропаганду и намек на алкоголь. Я нашел эту серию, посмотрел и не увидел тут ничего плохого. Ну, может, серебряная ложка – это типа серебряный серфер и ведет себя жеманно, но не настолько, что прям ужасно. Сегодня бы, наоборот, серию восхваляли за такие решения. Вот насчет момента, где Кранк блюет и позже ведет себя как бухой батя после дня рождения. Кранк say monkey fucking greatest. Monkey have best. Да, выделяется, и тут уже можно понять возмущение родителей.
Хотя тоже сомнительно, просто устал дядя, чё такого. Плюс к этому я нашел еще одну удаленную слэш-потерянную серию с матами. Хоть она и была зацензурирована, в эфир ее так и не решились выпускать. Сюжет серии таков, что Декстер и Диди захотели перестать вечно спорить и ругаться. Поэтому Декстер создал машину, которая делает из них уважаемых джентльменов. К сожалению, все пошло не по плану, и они разделились на плохих и хороших. Плохие очень много и часто ругались матом и вели себя как быдло. Тут только глухой не поймет, что там за цензурой говорят. Благодарить за мультсериал мы должны Генди Тартаковского, который грезил мультами уже с раннего детства. И вот, у него появилась такая возможность, благодаря блоку анимации «Что за мульт?», который показывали еще до того, каким мы знаем Cartoon Network. Для удобства я буду называть его CN. О блоке «Что за мульт?» я расскажу чуть позже, а пока вернемся к Тартаковскому. Он придумал так называемую ограниченную анимацию, тем самым облегчил работу аниматорам. После него еще много лет будут пользоваться его методами рисовки для удешевления производства. Тем самым это позволило больше сосредоточиться на историях в самих мультфильмах. Также он фанател от Марвела, именно поэтому мы видим кучу отсылок на комиксы. Отсылок тут немало. Покажу только некоторые, которые смог обнаружить. Пародия на Marvel и Мстителей в частности. Отсылка на WWF Wrestling. Это типа Рик Флэр из старой ассоциации. Снова Marvel и отсылка на Железного Человека. Тут можно увидеть, каков Декстер под халатом. Отсылка на «Подземелье и драконы», на D&D. Отсылка на «Трех поросят». Хочу отметить тот момент, что в детстве я все эти мульты CN смотрел на английском и не особо понимал, о чем идет речь. В любом случае, мне очень запомнились голоса и озвучка именно в оригинале. Сейчас, пересматривая в дубляже, не могу прочувствовать ностальгию, нежели слышу эти голоса в оригинале. This is true. So, now bring me the subconscious discographic hypnotator. And don't give me no lip. Мульт очень крутой, веселый, иногда идиотский, но это же и придает какого-то своего шарма. В особенности меня разодорила песня, которая играет в конце. Полностью вставить не могу из-за авторских прав. Во всем, что показывалось на CN, большая заслуга блока короткометражек под названием Water Cartoon. В этом блоке показывали большое количество короткометражек, за которые голосовали сами зрители. По итогу голосов пилотные выпуски разрастались до полноценных сериалов. Этот блок был создан компанией Hanna-Barbera по заказу CN в надежде выцепить самородки и наконец начать трансляцию оригинальных мультфильмов. Hanna-Barbera до этого позволила транслировать большое количество собственных мультфильмов. У них дофига очень классных мультфильмов, которые тоже мы все благополучно забыли. Если хотите, чтобы я сделал ролик по мультам Hanna-Barbera, давайте наберем, ну, хотя бы 1000 лайков. Water Cartoon подарила нам кучу классных мультов, таких как «Лаборатория Декстера», о которой я уже рассказывал, «Джонни Браво», «Корова и петушок», «Я Ласка», «Трусливый пес» и «Могучих девочек». Спустя несколько лет программа не собиралась останавливаться, но ей пришлось переименовать свое детище в Cartoon Cartoon. Уже под этим неймингом мы узнаем про еще некоторые классные мульты, например, «Овца в большом городе», «Grim and Evil», состоящий из «Grim Adventures of the Billy and Mandy», «Evil Concern», «Kids Next Door», «Megas XLR». Большая заслуга такого блока с короткометражками была в том, что она позволяла большому количеству аниматоров беспрепятственно создавать то, чего они хотели и как хотели. Это же и сыграло всем на руку. CN получил шикарные мульты, которые вспоминаем до сих пор, а аниматорам возможность продемонстрировать свои навыки. Oh.
had a chicken. Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how. Count Chicken. Своеобразный мультфильм также появился благодаря блоку анимации What a Cartoon и сыскал достаточно большую популярность среди юных зрителей. Молодец, потная Пэм! Что ж, растянулся на 4 сезона. Мы знакомимся с коровкой и петушком, которые каким-то магическим образом являются кровными родственниками. Я, конечно, ни на что не намекаю, но... What the fuck is this? Ладно, сделаем скидку на то, что это мультфильм для детей, а там возможно все. Также у них есть родители, которых мы видим только ниже пояса, точно так же, как и в Том и Джерри. В общем, с ними случаются совершенно дикие ситуации, в которых часто участвует дьявол Галапоп. По крайней мере, его так переводят в дубляже. Хотя в оригинале его зовут просто Красный парень. Всех троих озвучивает один и тот же человек. И это у него прекрасно получается. Просто послушайте. What are you doing, cow? Are you playing Count's new face? Baseball! Nice throw! Tag it out! I was safe! Эдакий сын Дуг 90-х. В детстве мне этот мульт был непонятен из-за отсутствия знаний английского, но есть решение этой проблемы. Образовательная платформа... Ну вы чего, думали будет интеграция? Ну, я бы только за, ну а пока это просто прикол. Я пересмотрел мульт сейчас, и он кажется очень странным. Как мне показалось, это такой зародыш последующих мультов на канале CN, так как тут происходит трэш, понятный и привлекающий только людей вот такого роста. Частенько коровка переодевается в суперкоровку и решает нерешаемые проблемы в конце серии. Отличный способ завершить серию, если нету идей, как это сделать. Создавал эти невероятные истории Дэвид Фейс. Он приложил руку к большому количеству мультипликационных проектов. Вот парочка самых популярных. Миньоны, Гадкий я, Ранго. Только я не понял одного. Что у него за фетиш на жопы? У коровки жопка выделяется и не только. Тычется прямо в экран. Красный парень всегда без штанов и задницы является его самой важной частью тела. Это заметно не только по мультсериалу Count Chicken, но и еще по одному проекту для CN. I'm Weasel, я горностай. В нем также есть персонаж Бабуин с красной жопой. Сходу можно обратить внимание на одинаковый стиль анимации. Да, и сначала горностай выходил вместе с коровкой и петушком. Позже I'm Weasel обзавелся собственным мультсериалом. Суть заключается в том, что наш горностай слэш ласка очень крутой перец. Воспитанный, дружелюбный, умный. Всегда придет на помощь тем, кто попал в беду. И его вечный соперник во всем, красножопый бабуин. Он является антиподом ласки. Тупой, грубый и наглый. Вечно завидует ласке. Пытается его превзойти, но из раза в раз терпит неудачу. Ты не знал, что плохое обращение – главная причина смерти в растительном мире? Тебе должно быть очень стыдно. Стыдно. Во втором сезоне появляется мистер Галапоп, или красный парень из Count Chicken. Здесь он также выполняет роль ужасного зла, который вечно портит всем жизнь. Теперь злодеем выступает красный, а бабуин с лаской объединяются, чтобы дать отпор красножопому. Cartoon Network хотел, чтобы Дэвид Фейс сделал еще какой-нибудь мульт для канала. Им и стал впоследствии I'm Weasel. Дэвид говорил: нужно было заканчивать коровку петушка, поэтому перейти на новый мульт проблем не составило. Тем более, у него уже были некоторые наработки. Как по мне, мульт выглядит более серьезным, нежели предыдущая работа. Здесь видно прогрессию, изменения героев ближе к концу сериала. Теперь же Бабуин остался тупым, но победителем. А Ласка начал тупеть и жалеть себя. Тем самым проигрывать стал чаще. В мультсериале также не обошлось и без запрещенных эпизодов. Запрет наложила команда по регби Небраска Корн Хаскерс из-за буквы H на шлеме, который носил бабуин. Что за бред, скажете? Вот и я подумал то же самое. На самом деле все из-за того, что бабуин тупой. А если он носит этот шлем, значит это отсылка на игроков именно этой команды.
Получается, они тупые. Короче, всем нужно было докопаться до какой-то херни. Сейчас же, мне кажется, этот мульт довольно посредственным. Единственное, что вызывает ностальгию, так это вновь озвучка и герои. Они-то въелись в память на всю жизнь. Hey, look, that guy not wearing no pants. Boy, the stuff they get away with in cartoons these days is just disgusting. I cannot bear to look. Первый мультсериал, созданный не студией Ханна-Барбера, а сторонней продюсерской. Покоривший сердца миллионов мальчиков от 6 до 11 лет, этот мульт называется... Пробежали мурашки? Не благодарите. Если кто забыл или не знал, мультсериал повествует о троице придурков. Эд или Дабл Ди и Эдди. Каждый из них со своим характером, тем самым они дополняют друг друга. Эд тупой, высокий и самый дружелюбный. Дабл Ди – самый умный из троицы, а также он поехавший на чистоте. И, наконец, Эдди – коварный авантюрист, который всегда подначивает Эдов на мутные схемы. Они живут в забытом богом местечке Куль-де-Сак. С французского переводится как «тупик» в вымышленном городе Peach Creek. В городе также проживают другие дети, которые всегда взаимодействуют с нашей троицей. В мульте обычно Эд и Эдди мутят различные схемы для заработка денег. Всего за четверток любой из вас городский сможет как пить дать поймать своего енота. Впоследствии потратить эти деньги на леденцы, которые называются гоп-стопперы или крушители челюстей. Такие конфеты действительно существуют в Америке и могут достигать до 8 сантиметров в диаметре. Вы только взгляните на них, они же гигантские. В мульте это выглядит как будто у детей зубной флюс. К сожалению или к счастью, у Эдсов не очень получаются их махинации, поэтому другие дети их всегда стебут за идиотизм. Со скучной частью закончили, поэтому переходим к жутким теориям о мульте. И их тут немало. Первое и самое клевое, как мне кажется, это теория о том, что все дети давно умерли и находятся в так называемом лимбе. Их личности отражают, какими они были при жизни, а также, как они умерли. У них также всегда лето, и они не могут уйти дальше своего района, что еще раз намекает на то, что они находятся не в реальности. Еще в мульте нету ни одного взрослого или любых других людей. Плюс ко всему, у них синие и зеленые языки, такие же, как у мертвого человека. Хотя этому есть другое объяснение, что после долгого сосания леденцов языки красятся в разные цвета. Об этом также упоминал и создатель мультсериала. На районе проживают антиподы троицы Эдов. Это сестры-канкеры, которые как раз-таки без разноцветных языков. Они здесь вроде демонов, которые издеваются над всеми остальными. Идите прочь, трусы! Валите! И больше не возвращайтесь! Вторая теория гласит о том, что все они находятся в приюте для душевнобольных. Каждый из них болеет разными болезнями, от расстройства личностями до мании величия. Их там не лечат, а просто поддерживают их фантазии до последних дней. Третья теория гласит о том, что все они наркозависимые. Обратите внимание на то, что они все жаждут получить леденец, крушитель челюстей, эту гигантскую конфету. Другими словами, это завуалированные вещества. Ведь когда они получают желаемое, у них все хорошо. А персонаж Кевин имеет целый склад леденцов и куча бабок, что автоматически делает его дилером. Еще одна теория касается шапки Дабл Ди. Почему он всегда носит шапку? Он явно что-то скрывает под ней. Дело в том, что он проходил химиотерапию, либо была ужасная операция, и на его голове остались шрамы. Теперь он смущается своего недуга. I'll stand as per usual, Eddie. Thank you. И последняя теория о том, что Эдди и Сара – брат с сестрой. По мультфильму Сара и Эд являются родственниками, но они совсем не похожи на друг друга. В отличие от Эдди и Сары, у них очень похожие характеры, сутулая осанка и неровный прикус. Как будто брат Эдди сношался с мамой Эда, поэтому и родилась такая похожая на него Сара.
На этом притормозим. Что могу сказать по своему мультсериалу? Он произвел фурор в свое время, смог обзавестись 5 сезонами и парочкой спешлов. В большинстве своем он был чем-то новым, в отличие от других однотипных мультсериалов от Hanna-Barbera. Как по мне, сериал не смог выдержать проверку временем, и сейчас он довольно посредственный. Еще один максимально забытый мультфильм под названием «Майк, Лу и Оу-Джи». Завязка мульта заключается в том, что Майк, она девочка Майк, отправилась на забытый богом тропический остров как студент по обмену. Наши главные лица – это уже упомянутая Майк. Ее роль в мульте заключается в том, чтобы показать аборигенам благо цивилизации. Вроде денег, творчества, технологий и тому подобное. Время от времени скучает по своему родному Нью-Йорку. Вечно противостоит Лу. Лу – это самопровозглашенная себя принцесса острова. У нее ужасный властный характер, который бесит всех на острове. Каждую серию она капец как раздражает своей наглостью. Ее роль заключается в том, чтобы мучить всех на острове. Ну, в основном Майка и ОГ. Или OG. Также у нее есть маленькая черепашка, Ланселот, который вечно отхватывает от своей хозяйки. Жалко черепашку. Хотя она может постоять за себя, и иногда дает ей отпор. Еще один главный герой – это Оу-Джи, двоюродный брат Лу, который отличается гениальным умом. Постоянно создает различные изобретения, которые двигают сюжет в каждой серии. Еще у него кайфовая озвучка. Remember, we learn our greatest lessons through our greatest trials. Остальные жители острова не так интересны, они лишь разбавляют атмосферу на острове. Честно говоря, я вообще забыл этот мульт. Есть только какие-то микровоспоминания с озвучкой и образом OG. Как я понял, мульт так и не был переведен на русский язык, хотя его создатели – это два Михаила и Чарльз. Это странно, ведь часть производства происходила в России, и многие, кто приложил руку к производству, были русские. Ну да ладно, здесь не так сложно понять, о чем идет речь в каждой серии. Очередной забытый мульт, 9-й собственного производства на канале CN, «Баран в большом городе». Sheep in the big city. Если присмотреться к анимации, то можно увидеть знакомые черты другого мультфильма «Семья чудаков» с канала Nickelodeon, про который я уже рассказывал в ролике про мультфильмы с Nickelodeon. Сюжет в мультфильме всегда разный, но есть один глобальный, который происходит в течение всех сезонов. Наш барашек спокойно себе жил на ферме и был обычным бараном. В русском дубляже его перевели как баран, поэтому пусть так и будет. Так вот, у барана есть заклятый враг, генерал специальный. Он и его команда военных изобрела пушку, которая работает на энергии нашего барана. Поэтому генерал устроил за ним охоту. Чтобы спастись, наш баран уезжает в большой город, чтобы смешаться с толпой, и генерал его никак не нашел. По ходу всего действия наш баран пытается выжить в городе, работая овечкой, которая перепрыгивает через забор, влюбляется в пуделя Свонки, а также терпит тумаки от ее хозяйки, которая носит на голове парик из нержавеющей стали. Когда я вижу барана, я снимаю свой любимый нержавеющий парик и шляпаю, шляпаю, шляпаю. А также над бараном издевается еще одна особа, Лиза Рентл, которая думает, что он на самом деле собака. Мульт поделен на 3 главы, и перед каждой главой идут различные вставки, ну, типа рекламы. Они-то тут самые интересные. Перед вами выступит сыр людоед. Еще здесь часто разрушают четвертую стену, чтобы донести какую-то важную информацию для зрителя. Иногда появляется диктор, который обычно всегда находится за кадром, но не в этом мульте.
Сейчас, мне кажется, мульт довольно интересный, по большей части за счет рандомных рекламных вставок и изредка действительно веселых шуток. Точно помню генерала специального из-за его особого вида и вечно стиснувшихся зубов. Ну и еще хочу отметить стиль анимации, он выглядит нестандартно. Как говорил создатель мульта Мо Уильямс, что он вдохновлялся работами Пабло Пикассо, чтобы создать на этой основе свое детище. Продолжение, точнее предыстория X-Men'ов 92 года, X-Men Эволюция. Сериал транслировался с 2000 до 2004 года на канале CN, позже уже на других каналах с мультипликацией. Ведь производством занималась компания Warner Brothers, а как мы знаем, большинство мультов этой компании просто-напросто решили транслировать на всех каналах, которыми владели Warner'ы. Ты уверена, что ее воспоминания об истинных людях X стерлись? В сериале нас знакомят с людьми X, когда они еще не особо были сплоченной командой, все ходили в школу, как обычные дети. Первое, что бросается в глаза, это визуальный стиль. Он стал более скудным, чуть более похожим на аниме. Все это сделано ради того, чтобы упростить производство каждой серии. Также здесь сделано все так, чтобы можно было привлечь больше детей к экранам телевизоров. Меньше насилия, жестких шуток, тяжелых и грустных тем. Как по мне, сериалу это пошло только во вред. Стал он каким-то более пресным, что ли? Когда надо мной смеются, внутри все взрывается. Понимаю, Фред. Надо учиться владеть собой. Например, первый сезон в основном сосредоточен на сборе малолетних мутантов в школу к профессору X. Все они сталкиваются с отказом принимать себя такими, какие они есть. Через какую-то тяжелую историю, где нужно было применить свою силу, они все же принимают свою сущность в этом мире. Итак, весь сезон. Основное действующее лицо – это Циклоп и Джин Грей, у которых еще ничего нету, и они только притираются друг к другу. Как в какой-нибудь Санта-Барбаре. Скотт, тебе не пора на урок или домой? Если что, буду рядом. Совсем рядом. Все в норме. Один любит другого, тот страдает от безответной любви и так далее. Короче, трэш. Росомаха тут вообще никакущий. Он есть, чтобы просто быть в мульте и напоминать время от времени, что мы все же X-менов смотрим. Пустой, вялый, неинтересный персонаж. В отличие от других его экранизаций, тут самое худшее воплощение. Малявка, ведь знаешь, что я тебя не обижу. В последующих сезонах пошел какой-то прогресс, но опять же, все эти истории уже избиты 100 раз. Как будто у X-менов всего 4 арки и больше нечего про них рассказывать. Дети не хотят принимать в себе мутации, терки с Магнетто, роботы-стражи и апокалипсис. Фильмы были об этом. Мультсериал 92 года тоже был об этом. И тут то же самое. Не бойся, Эван. Ты среди морлоков. Мы твои друзья. Сразу скажу, что здесь дофига филлерных серий, которые никак не влияют на общую канву и просто растягивают хронометраж. Первые и последние серии самые интересные и важные. По крайней мере, так было в 3 сезонах. Вот в 4-м уже пошла жара, связанная с апокалипсисом. Там большинство серий важны. Я слился с инопланетной технологией, чтобы возглавить эволюцию человечества. Здесь есть и хорошие моменты. Например, иногда проскальзывают очень качественные прорисованные кадры, что хочется вглядываться в детализацию кадра. Очень понравилась Ванда, которая здесь прям секси-металюга, да еще и с короткой прической. Очень необычно ее такой видеть. Ты не видел, как я гневаюсь? Посмотри! Ванда! Руш слэш Роук действительно интересна своими внутренними переживаниями. Проработка персонажа отличнейшая. Было несколько серий, которые раскрывали намного больше, чем было рассказано 100 раз. У Циклопа, оказывается, есть брат. Я об этом не знал. Какой ты взрослый. Где тот заморыш, которого я шпынял? Да, запомнил. Найткраулер – это сын Мистик. У меня были подозрения из-за цвета кожи, но не был уверен до конца. А Роук была ее приемной дочерью. Я удочерила тебя. 3 года. Нет! Покопайся в своей памяти.
Мы близки, Руж! Кстати, у Рок была клевая серия, в которой она прикоснулась к Мистик и могла не только перевоплощаться в других мутантов, но еще и пользоваться их способностями. Вот это действительно крутейшая способность. У Ксавьера тоже была семья и очень мощный телепат-сын. Еще одна новость для меня. Отец! В общем, есть хорошие моменты, за которые стоит похвалить мульт, но также здесь есть и куча говна, которые были нацелены на детскую аудиторию, что и уничтожило хорошие истории вселенной X-менов. Напишите в комменты, кто помнит вообще этот мульт, потому что я его смотрел впервые, хотя его транслировали на канале CN. Продолжим вспоминать забытые мультфильмы. На этот раз у нас редкий экземпляр. Мультфильм под названием «Близнецы Крэмп». Довольно посредственный мульт, как по мне, но давайте обо всем по порядку. Если кто не знал, то этот мульт основан на одноименном романе. Автора зовут Брайан Вуд, он же и занимался созданием мультфильма в содружестве некоторого количества сотрудников. Как в книге, так и в мультсериале сюжет заточен на взаимодействие братьев Крэмп. Каждый раз у них происходят стычки, ссоры, перепалки. Ну а как же не сраться в такой семье? Вы только взгляните на этого синюшного психопата. Да и родители не особо хотят влезать в отношения братьев, чтобы помочь разобраться. Здесь нас ждет типичное противостояние добра со злом. Добро олицетворяет Люсьен. С виду обычный парень, который хорошо учится, также он является эко-активистом, тем самым привлекая к своей персоне довольно много внимания. Обычно это внимание проявляется в негативном ключе. Иногда тупит и творит дичь в мульте. Как, впрочем, и его брат Уэйн. Он родился со злостью в глазах. У него на уме один лишь хаос и разрушение. Всегда желает сделать так, чтобы другим было плохо, и не побоится лишний раз упомянуть, что именно он насрал тебе под дверь и убежал. Знаешь, однако, есть у него одна черта, которая может охарактеризовать его как гений инженерии. Он умеет создавать различные устройства из мусора. Только весь этот мусор не особо одобряет их поехавшая на чистоте мать. С ней явно что-то не так. Это же можно сказать и про отца, поехавшего на ковбойской тематике. И именно эта четверка будет вести повествование каждой серии. Что могу сказать после того, как я вспомнил этот мульт? Оказывается, здесь большая проблема в семье. Родители идиоты, думающие только о себе, которые поклали на своих детей. От этого мы и наблюдаем, что близнецы страдают херней каждую серию, не вынося никаких уроков жизни. Еще хочу сказать про здешнюю анимацию. Она, конечно, выглядит интересно, но все эти разноцветные люди вызывают у меня ощущение, что они все нездоровы. В общем, сериал сейчас мне не очень нравится, но в детстве я его часто смотрел. Еще один редкий экземпляр, который смогут вспомнить лишь избранные, ну или такие же думеры, как я. Дальше на ваших экранах Time Squad или Отряд Времени. Отряд Времени. Довольно интересный мульт своей концепцией. Она заключается в том, что наши герои охраняют время. Их организация занимается контролем исторических событий, дабы каждая личность делала именно то, что действительно делала, и не сходила с пути. Все! С меня хватит, коротышка! У нас тут три главных героя. Офицер Бак Тед Рассел. Большой, сильный и глуповатый полицейский времени. Считается главным из всей тройки путешественников. Не церемонится, если нужно кому-то вломить по репе. Потому что мне не хватает лидерских качеств для того, чтобы руководить гуннами. Могу найти с ними контакт.
Дальше у нас идет Ларри 3000. Душевный робот, который всегда может съязвить по поводу поступков своей команды. Единственный, кто умеет управлять машиной времени. Для робота в нем слишком много эмоционального кода, что нередко выливается в эмоциональную реакцию на все происходящее. Мои посреднические услуги оказались никому не нужными, и меня отправили сюда. И последний герой трио – Отто Освальд. Сиротка, который случайным образом попадает в команду «Отряда времени» из-за ошибки с перемещением Бака и Ларри, является самым ответственным в своих делах во времени. Помогает ему в этом колоссальное знание всех исторических событий. Время от времени ведет себя как обычный ребенок, то дурачится вместе с Баком, то серьезно относится к делу вместе с Ларри. Ну, в учебниках по истории все описывается не совсем так. А, сойдет. Все они находятся в будущем, где-то в 100 миллионном году на спутнике Земли. По рассказам Бака, на Земле наступила настоящая утопия. Нет войн, споров и, наконец, жирная еда стала полезной. Я из будущего, где нет войн, загрязнение, бекон полезен для здоровья. Самый большой интерес вызывает места и события, в которые перемещаются наши герои. Создатели изобретательно подходят к историческим событиям. Наподобие «А что если?» от Marvel. В детстве мне этот мульт нравился из-за своих исторических похождений, о которых я плохо знал, а мульт позволял узнать подробнее. Мультсериал показывает нестандартную семью, которой стала троица. Ведь если присмотреться, то можно обратить внимание, что наш Отто – сирота, и вдруг из ниоткуда появляются два чудика и забирают его с собой, так как видят, как плохо ему здесь живется. Это же обычная ситуация из жизни, когда родители хотели взять ребенка из детдома и нашли себе самого умного. Ну я-то как раз умник! Я могу помочь вам! Не знаю, парень, это... Ну вы же сами сказали, вам нужен такой, как я! Так. Только нам это показали как некое приключение, приправленное путешествиями во времени. Роль отца выполняет Бак, и вроде как неплохо, а роль матери – Ларри, и у него с этим чуть похуже. Однако, в общем, у них неплохо получается быть родителями для сиротки. Мульт интересный, каждому советую глянуть хотя бы первый сезон, он более интересен, как по мне. Затяните пояса, ребята, сейчас будет действительно изумруд с канала CN. Он был известен тем, что пользовался флеш-анимацией, когда народ еще не особо умел им пользоваться. Мультсериал «Муча Луча». Этот мульт – один большой омаж в сторону Мексики и их артистичных борцах-лучадорах. Здесь все пропитано лучадорами. От школы, персонажей до событий, в которые помещают героев. Если школа, то обязательно по борьбе. Если персонажи, то они обязаны носить костюмы лучадора. Обязательный атрибут – маска и трико. Если ребята решают какие-то вопросы, то только через борьбу или как-то граничащим с этим. Wrestling is not a sport. It is not mere entertainment. It is a way of life. У нас снова три героя – Рикошет, Буэна и Блоха. Все они прописаны типично троица друзей – главарь, девушка-вразумительница и добрый придурок. Мульт был создан в 2002 году, однако только спустя год его пустили в ротацию на CN. Я помню его анимацию и стиль, который уж очень сильно напоминает другой мультфильм на мексиканскую тематику, но уже с канала Nickelodeon – «Эль Тигре». Оно и неудивительно, ведь одни из создателей «Луча Муча» – это создатели «Эль Тигре» в будущем. Мультфильм будет интересен только тем, кто фанатеет от лучадоров и всем с этим связанным. Has anyone seen my birdarang? Anyone? Where could I have left that thing? Darn it! Hey, Titans, can I get some help here? Ну вот мы и добрались до одного из самых любимых мультов на канале CN – «Юные Титаны». Я расскажу про юных титанов, которые вышли в 2003 году, а не эти ваши малолетние титаны вперед. Они просто опозорили оригин мульта. Горить в аду вам, негодяи! Оригинальные юные титаны покорили меня с первых кадров своей анимации. Только посмотрите на этот стиль.
Он частично взят из мультсериала «Бэтмен» 92 года. Только в «Титанах» создатели решили добавить больше юмора, красок и действительно интересных историй и злодеев. Вообще, все сезоны мульта построены на арках каждого из «Титанов». Робине, Киборге, Рейвен, Старфайр и Бистбоя. Что ты сказал? У тебя проблема, оловянный? Да. Они полтора метра ростом, тощие, пахнут дешевым гелем для волос. Не обошлось без филлерных серий, которые не особо трогают сюжет. Однако здесь они совсем не мешают наслаждаться полнотой картины. В первом сезоне основной сквозной сюжет сосредоточен на Робине и знакомстве с массой злодеев. И, конечно же, тут есть один главный злодей, который появляется намного чаще – Слейд. And I decided to destroy your former friends with a push of the button. Многим он знаком под именем Deathstroke. Он-то и будет проводить свои игры разума над Робином, чтобы обманом заставить его работать на себя. Спойлерить не буду, посмотрите сами. Уж больно классный получился первый сезон, благодаря разнообразию злодеев. Во втором сезоне также всю воду мутит Deathstroke, но уже с помощью засланного казачка. В последующих сезонах градус эпичности начинает нарастать, отчего сериал кажется менее приземленным. Теперь же ты смотришь и размышляешь, куда еще заведет наших героев. Если призадуматься, то за долгие годы на Cartoon Network не было действительно веселого и завораживающего своими сюжетными ходами мультсериала. Самурая Джека не считают, так как не хватало в нем какого-то структурированного, плотного, собранного сюжета, нежели в «Титанах». Я тот, кто не дает тебе заснуть. Зло, которое проникло в каждый темный уголок твоего сознания. Когда создатели начали собирать статистику просмотров своих мультов, обнаружили, что мультфильмы смотрят ребята постарше, чем задумывалось изначально. После чего начали внедрять более серьезные серии как раз для тех ребят, кто постарше, кто сможет понять конфликт юных титанов. Они совсем не прогадали и попали именно туда, куда нужно было изначально. Сериал стал очень популярным как среди малолеток, так и среди тинейджеров. Студия, конечно же, была рада, все больше народу смотрели эти мульты, но, к сожалению, после пятого сезона сериал закрыли. Есть несколько версий, почему это сделали. Первое – это то, что у сериала упали рейтинги после устрашающего четвертого сезона. Второе – компания Mattel, которая занималась распространением мерча, закрыла по своим бизнесовым причинам. Хотя был шанс того, что все же получится продлить мульт на шестой сезон. Единственное, что нужно, это поддержка фанатов. Фанаты старались, подписывали петиции, но было уже поздно. Сериал закрыли и бесповоротно. Ну ладно, был там какой-то выхер позже, но это нас не особо касается. Юные титаны всегда были чем-то особенным в моей жизни, ведь в детстве я не понимал, что существуют компании вроде DC Comics или Marvel Comics. Для меня они были в одной команде, поэтому ставил их в одну линию. Клевые ребята в костюмах сражаются со злом. У каждого какие-то способности, прозвища и так далее. Наверняка у многих, кто тогда начинал интересоваться супергероями слэш-комиксами, было огромное желание узнать всех-всех-всех супергероев. Напиши в комменты самых редких суперов, которых ты знаешь. Неважно из каких вселенных, мне просто интересно почитать. Еще немного про мультсериал. Присмотритесь на титанов, они никогда не снимают свои костюмы, и это было сделано специально, чтобы сблизить ребенка и героя, чтобы не было различий между героем и его бескостюмного образа. All right, y'all. Who wants to play some football? Робин. Оригинальный Робин, которого зовут Дик Грейсон, он же и станет в итоге Найтвингом. Если кто в курсе, подмигиваю. В мульте ни в каком виде не используются слова «смерть», «убийство» и синонимы этих слов. Вместо них только слова «уничтожить», типа как «робота завалить». Самый классный персонаж, как по мне, это Бистбой. Своей способностью превращаться в любого животного победил меня с одного финишера. Ну и еще Рейвен, классная девчонка, конечно, из-за своих суперсильных способностей. But I will if I must.
И последнее, о чем хотел сказать, флеш-игры на сайте Cartoon Network. Мог бесконечно играть в одно и то же, главное, побольше титанов. Уверяю вас, мультсериал не оставит никого равнодушным. Девиз мультсериала «Взрослые – это зло в чистом виде». Смешной мультсериал, фантазирующий на тему того, что взрослые – это враги детей. Наверняка вы уже догадались, что это Kids Next Door. Изначально мульт появился в блоке мультов Water Cartoon, о котором я рассказывал ранее. После большого количества голосов в пользу KND ему дали зеленый свет и выделили бюджет на целый сезон. Спойлер, одним сезоном они не ограничились, ведь мульт был очень популярен. Вы что, с ума сошли? Сейчас не время есть! Синопсис «Детей по соседству» очень прикольный. История заключается в том, что у нас есть команда из 5 детей. Каждого зовут просто по номеру. От 1 до 5. Никаких имен. У них секретная организация, которая борется со взрослыми и их указаниями в сторону детей. Пора привести детишек в божеский вид! Слушаюсь, мисс Манера, сэр! Дети живут в домике на дереве нестандартного гигантского размера. Это что-то типа базы, и находятся они в разных частях света. Детей отбирают по их навыкам и знаниям в определенный штаб, дабы они смогли дополнять друг друга. Отличный лифчик, подросток! Спасибо! Заряженное оружие – это отличная маскировка, не так ли? В мульте есть куча взрослых, которые олицетворяют разные пороки взрослых по отношению к детям. Также здесь есть злые старики и злые подростки, которые на стороне взрослых. Самый главный источник силы таких взрослых – это кофе. Уничтожение кофе! Источник энергии взрослых. Об этом рассказано в одной из серий. Эта серия рассказывает о том, как все зарождалось и кто был первым на планете. Серия довольно прикольная, советую посмотреть. И тогда дети создали взрослых по своему образу и подобию, только толще, смешнее и выше. Больше всего мне понравилось изобретение KND, ведь они создавали различные штуки из разного мусора, вроде досок, друшлаков, фонтен. Вспоминая этот мульт, мне нравились разные типы личности каждого из команды. Они действительно дополняли друг друга и выполняли именно те задачи, на которые были заточены. Команда нашего двора на позиции! Я разберусь с этими учеными-маньяками! Глупец, что? Ты глупец! Сериал ничуть не устарел, он вообще находится где-то вне времени, и его можно смотреть и сейчас. Редкий мульт, который является отвлечением от другого мульта на CN. «Приключения Билли и Мэнди». Довольно успешный мультфильм с анимацией, присущий только каналу CN. You're watching the paint dry? This is the best part. Мультсериал под названием Evil Concern, или по-русски его перевели как «Мозги под шубой». Ужасно стрёмное название мульта. Мы имеем дело со злодеем Карном. После неудачного дела, во время взрыва его тело разлетелось на кусочки. Единственные оставшиеся рабочие части тела – мозг и желудок. Его коллега-майор доктор Гастли смогла сохранить и поместить оставшиеся части фиолетового циркового медведя Боскова, дабы тот смог хоть как-то жить. Мерзкий Басков! Мерзкий медведь! В такие дни я жалею о том, что мое настоящее тело взорвалось! Еще у них в команде находится генерал Шрам, который хочет свергнуть своего правителя. Все они пытаются захватить мир или уничтожить, я по итогу так и не понял. Однако каждый раз их планы проваливаются. Как я уже говорил, мульт является ответвлением, как уже было и не раз на канале. Например, «Я горностай» или «Набери М для вызова обезьяны». Так и в этот раз боссы студии решили сделать это. Только создатель, Максвелл, не смог осилить такую нагрузку и забил хер на мульт про злого Карна. Поэтому серии не так много. Надыбал тут инфу о том, что мультфильмы в русском дубляже совсем утеряны, и никто не может их найти. Покажите этим плохим людям, на что вы способны!
Есть несколько эпизодов, которые добрые люди успели записать с эфира и выложить на Google Drive. Если интересно, оставлю ссылку в описании. Только вот не все серии сохранились, и в данный момент люди продолжают искать. И если вы обладатель недостающей серии, вам стоит поделиться своим сокровищем с коллекционерами. Ну или напишите мне, я знаю, куда их скидывать. Я думаю, в такой ситуации лучше всего слушаться голоса желудка. Есть хочу! Я точно помню тот мульт из-за медведя Боскова. И еще по острову, на котором находится их база. Она выглядит в виде кролика. К сожалению, действительно крутыми и интересными сюжетками мульт не может похвастаться. И мне он не особо нравился, как и приключения Билли и Мэнди. Ты же понимаешь, о чем я. Я тебя обожаю. Еще один мульт, который мы все позабыли. Хотя он был довольно крут для своего времени. Megas XLR. Кто не помнит, что за дичь такая, напоминаю. В мульте мы знакомимся с главным героем, которого зовут Куб. Он находит на свалке давно заброшенного меха-робота и решает его восстановить. Попутно прикрутить ему вместо головы свой клевый кабриолет. В таком виде ему предстоит оборонять Землю от напасти инопланетян. Стой, стой, стой! Слушай, рыжий, я не герой. Я просто парень из Нью-Джерси. Вместе со своим другом Джейми и новой подругой из будущего Кивой. Пилот мульта показали в блоке Water Cartoon, который в это время уже назывался просто Cartoon Cartoon. Зрителям зашел пилотный эпизод, после чего канал выделил деньги на полноценный мультсериал. Что ты делаешь? Ты хотя бы умеешь это водить? А разве это сложно? Честно говоря, когда я смотрел в детстве этот мульт, я понятия не имел, откуда у Купа этот робот. Почему инопланетяне Глорфты решили нападать на Землю? Мне просто было клево наблюдать за происходящим на экране. Ребята, вы это видели? Сейчас же я посмотрел первую серию мульта и смог сложить пазл. Оказывается, все началось в далеком 3037 году. Уже несколько лет ведется война между людьми и глорфтами. Люди находятся в отчаянии и не могут сдержать натиск инопланетян. Поэтому прибегают к хитрости. Воруют у своих врагов мега-мощного робота по имени Мегас. И апгрейдят его, что впоследствии он становится очень мощным оружием. Я должна немедленно вернуть все назад. Мы будем удерживать их подальше от вас сколько сможешь. После очередного нападения глорфтов, командиру Киви приходит идея отправить Мегаса назад во времени, чтобы они заранее смогли предотвратить войну. К сожалению, план не срабатывает в должной мере, и Мегас, Кива и другие инопланетяне отправляются не на 2 года назад, как планировалось, а капец как далеко в прошлое. О нет! О нет! О нет! Ну а после уже и начинается сама завязка всех серий, о которой я уже рассказал ранее. Как по мне, мульт прикольный из-за меха-сражений, напоминает мне аниме Гандам и все похожее. Только в этот раз немного измененный сеттинг как мира, так и завязки. Дурацкая башня. Ну ладно. Здесь хорошие шутки, хорошая анимация, но также есть и откровенно плохие серии, которые заставляют зевать и не понимаешь, как это вообще относится к сюжету. Филлеры, короче. Сейчас мультсериал окончательно закончился и продолжения не будет из-за проблем с лицензией. Фанаты в отчаянии, создатели в отчаянии. А CN стало пофиг на мульт из-за низких рейтингов. И не еб... Ну что ж, переходим к самому титулованному мульту с Cartoon Network. 35 номинаций, 12 побед на Annie Awards, видеоигры, нескончаемый мерч с персонажами из мульта, мягкие не только игрушки, всемирная слава и уважение от критиков. Добро пожаловать в дом для друзей из мира фантазий, Фостер. Фостер, дом для друзей из мира фантазий.
создал самый титулованный мульт Крейг МакКракен. Он также приложил руку к созданию Powerpuff Girls. Поэтому в успехе мультсериала сомнений быть не могло. Все просчитано до мелочей. Хотя есть и настоящая история о том, как пришла идея создать мультфильм, в котором воображаемые друзья стали реальными. Она довольно простая. У нас есть друзья с рогами, с крыльями, и с крыльями, и с рогами. Говорящая с рогами и с крыльями. Крейг приютил себе парочку собак из приюта для животных, и его осенило, что вся эта история может интерпретироваться в другом ключе. Те же самые воображаемые друзья, мы их отдаем в приют, где за ними ухаживают, и если кто-то нуждается в одном из таких, приходит, выбирает, дружит и забирает. Дом Мадам Фостер — это приют, это не гостиница. Очень простая и гениальная идея мульта. У нас тут есть два главных запевала всего мульта — Мак и Блу. Все начинается с того, что мать Мака говорит ему о том, что тот уже взрослый, ему пора повзрослеть, забыть о воображаемом друге и завести настоящих. Ни Мак, ни Блу не хотят разлучаться, ведь они самые лучшие друзья, и никого лучше Мак точно не найдет. В один из вечеров Блу видит рекламу про дом воображаемых друзей. Предлагает Маку сходить туда на разведку. В рекламе по телевизору сказали, что это супер шикарное место для воображаемых друзей, которым негде жить и веселиться. После чего они обнаруживают огромное количество фантастических воображаемых друзей. Хозяева разрешают Блу остаться, но с одним условием. Мак должен приходить в дом каждый день не позднее 3 часов дня. Иначе они перестанут помогать его содержать, и им придется отдать Блу тому, кто в нем нуждается. Но эта маленькая девочка выбрала Тиффани, то есть Блу, и... Что ж, делать нечего. Самое интересное в этом мультсериале – это стиль анимации. Эдакий кислотный трип на Вудстоке, приправленный стилем 18 века. Создали все в основном на компе, во всеми нами забытой программе Adobe Flash. Плюс к этому первые 3 серии, они вроде как идут одним большим спешлом на 1 час, рассказывают нам всю завязку и знакомят с миром, что является комфортным погружением. Остальные серии показывают нам то, как наши друзья справляются с проблемами. Когда я обнимала Мэка, я свистнула у него билетики. Новые друзья – это Уилд, высокий, чудной и оранжевый, Эдуардо, мексиканских корней, фиолетовый бычок, Коко, смесь куриных ножек, самолета и пальмы, и Фрэнсис, внучка хозяйки дома, помогает всем и следит за порядком. Мультсериал подойдет всем и каждому. Тут есть приколы, которые поймут только взрослые, а визуал и разговоры о честных и праведных поступках зацепят детей. Рекомендую к просмотру. От великого до посредственного один шаг. Мультсериал в стиле аниме «Хай-хай, Пафи, Ами, Юми». О! «Хай-хай, Пафи, Ами, Юми». Довольно средний мультсериал, по моему мнению, ведь аудитория у этого мультсериала собралась совершенно разношерстная, хотя японское производство меня привлекает. Скажи «Сайонара, Юми!» Играть! Пафи Ами Юми – это реально существующая группа, состоящая из 2 девочек. Они играют джей-поп-рок и начали свою карьеру еще в 95 году прошлого столетия. Так вот, появился дяденька Сэм Регистер, удивительная фамилия, который решил, что нужно расширить аудиторию этой группы, познакомить подрастающее поколение через мультсериал. Наша чокнутая фанатка Хармони! Никто не был против. Мульт пустили в производство, и в 2004 году свет увидел новый мультсериал на канале CN. Детям от 6 лет он заходил, ну и, конечно же, фанатам группы тоже. Ведь он позволял посмотреть на своих кумиров чуть под другим углом. Смотрит кролик на свой состриженный мех и говорит: «Я просил книжку, а не стрижку». Только вот мне этот мульт тогда не заходил, что и сейчас. Он не давал чего-то кардинально нового, в отличие от многих других мультов того времени. Ну да, аниме-стилистика с японским колоритом, а во всем остальном однотипная история о девочках, которые веселятся и время от времени выступают. Поэтому мульт продержался недолго. Мультфильм от создателей «Современная жизнь Рокко», которые хотели окунуть нас в воспоминания о теплых деньках, которые мы проводили в летних лагерях.
теплые деньки, странные задачи от вожатых, купание в озере. Все это можно будет прочувствовать в мультсериале «Лагерь Лазло». Лагерь Лазло. В мультфильме мы знакомимся с трио главных героев, которые пытаются стать самыми клевыми в лагере. Погодите! Начальнику лагеря очень нужна наша помощь! Лазло, обезьянка-лидер, Раджа, индийский слон и Клэм, тихий карликовый носорог. Самым главным зачинщиком всех проблем является вожатый, лось Лумпус, в русском дубляже Сахатый. Ну что ж... Я его срублю! Нет! Каждая серия – это набор сюрреалистичных баек, которые придумывают сами дети, чтобы пугать или, наоборот, воодушевлять остальных. Очень косвенно помню этот мульт, да и тема лагерей мне не близка. Поэтому чего-то особенного рассказать о нем не могу. Привет, Эдвард! Желаю получить зуба! Однако точно знаю, что некоторые создатели мультфильма позже приложат руку к заключениям Флэпджека, о котором будет чуть позже. Не будем уходить далеко от антропоморфных животных и переместимся из лагеря в школу. В школу для животных. Обезьяна! Да, мой друг! Мой друг – обезьяна. Автор фильма – Джули Макнелли Кэхилл и Тимоти Кэхилл. Мультфильм мне нравится намного больше, чем «Лагерь Лазло», который был ориентирован на очень уж узкую аудиторию. «Мой друг обезьяна» – именно так перевели мультфильм в русском дубляже. Мы наблюдаем за парнем Адамом, которого случайно отправили в школу для животных, перепутав его фамилию Лайнел с Лайон, типа лев. Теперь ему приходится адаптироваться к диким животным, порядкам и устоям. Ну, вы и влипли, парни. Это он меня заставил! Тишина! К сожалению, у него это не очень хорошо получается, поэтому с ним каждую серию будут происходить веселые и иногда не очень казусы. Ура! Теперь рядом главный задира! Не трогай нас! Помогать ему во всем в этом безобразии будет мартышка в кепке, Джейк. Он станет для него лучшим другом и проводником по школе чудо-зверят. Мультсериал мне понравился из-за своих классных шуток, если смотреть его сейчас. И не забудьте, завтра мы учимся не оставлять от жертвы ни кусочка. Круто. А тогда мне он нравился из-за неординарного подхода к идее. Запихнуть человека в школу для животных и посмотреть, как он будет там выкручиваться. Однако сама анимация уже начала устаревать и не сильно впечатляет. Хотя студия SRM Animation подарила нам такие хитовые мульты, как «Котопёс», «Эй, Арнольд», «Даша путешественница» и в будущем еще подарит нам один из лучших мультсериалов за все время – «Время приключений». What you got in there? Lunch. Приготовьтесь! Будет классно! Робот-малыш начинается сейчас! Пусть поживет как настоящий малыш. Ну и ну! Как робот-малыш. Робот-малыш. Детский мультсериал был создан с той идеей, чтобы показать детям, что есть хорошо, а что есть плохо. Наш робот-бой был создан японским ученым-профессором Машимой. Существуют риски в том, что робота может украсть его заклятый враг, злой ученый Камикадзе. Если это случится, тогда злой ученый с помощью робота захватит мир и поработит его. Наконец-то я узнаю, где секретная лаборатория Машима. Чтобы такого не произошло, ученый Машима отправляет робота своему самому верному поклоннику, дабы тот был под защитой и заодно смог стать более человечным. Ну нет, нет! Робот-малыш не стал бы разрушать весь мир! Сразу можно обратить внимание, что некоторые стилистические моменты выглядят как в «Самурае Джеке». Оно и не удивительно, так как студия одна и та же. Сам по себе мультфильм, ну уж очень для детей, и смотреть его тяжко. Я в таком случае посмотрел бы лучше «Жизнь робота-подростка», только у нас сегодня про другой телеканал. Кунг-фучих спасает мир в Васаби прямо сейчас на Cartoon Network.
Куда-то в дебри несло канал CN, а проекты выходили все хуже и хуже. И мультсериал «Отряд курят» не стал исключением. В мультсериале «Отряд курят кунфучи». «Отряд курят!» Очередной раз мы видим противостояние азиатов. В этот раз курята, которые вообще не похожи на куриц, а больше на кляксы с рыбьими ртами. Борются в огромном торговом центре с другой кляксой в скафандре и его приспешником Пупой. Смейся вместе со мной, Пупа. Слишком быстро, Пупа! Слишком быстро! Мульт очень скучный. Ну и, по словам некоторых критиков, был очень жестоким для детей. Ничего сверхнового в нем я не заметил, кроме 3D-графики. Единственное, что запомнилось, так это образы основных курят. Поэтому не будем заострять на них свое внимание и отправимся дальше. Мы послали 22 туриста на захудалый пустынный остров. Жить в этом, лагере, полном тараканов. Наняли худшего в мире повара готовить еду. Велели им выполнять опасные и глупые задания. И снимали все скрытыми камерами. И в результате мы получили... обалденное шоу! Остров отчаянных героев. Каждый вторник и четверг в 20:25 на Cartoon Network. Пропустить это непростительно. Ну вот, наступил тот момент, которого многие ждали. Канадский мультсериал, который обстебал все реалити-шоу вроде «Дома 2», «Остаться в живых», «Джерси Шор» и подобные ему. Не знаю, как у него удалось оставаться в эфире с такими приколами, которые на детей вообще не рассчитаны. Позже этот мульт вообще разорвал зрителей своим сатирическим подходом к рассказу историй. Мульт является культовым, и в ближайшее время должно выйти продолжение на стримингах «Остров отчаянных героев» или «Total Drama». Остров отчаянных героев. Мульт проявил себя как дань уважения и стёб над различными реалити-шоу, в которых мы всегда наблюдали за взаимоотношениями между участниками и то, как они выполняют различные задания, чтобы остаться дальше в шоу и получить денежный выигрыш. Та команда, чей участник заснёт последним, считается победителем. В первом сезоне приз составлял 100 тысяч канадских долларов, в последующих уже 1 миллион канадских долларов. За приз борются малолетки с совершенно разными характерами. Интересный факт, чтобы добавить мультфильм персонажей, подходящий всех и каждому, было проведено научное исследование. Я должна жить с Эдди, или я умру. А я покроюсь сыпью. Правда. Оно позволило выделить определенные характеры и наделить всех персонажей именно теми чертами, чтобы каждый мог ассоциировать себя с кем-либо из участников. В мульте сказано, что всем участникам по 16 лет. Я рад, что в нашей половине одни только парни. Вы понимаете, о чем я? Только ведущему и повару уже было явно больше лет, чем остальным. Видно, что ведущий будто издевается над участниками, преследуя только свои цели. Шире шаг, ребятки! Если к обеду не успеете, еду не получите! Даже несмотря на то, что анимация выглядит типично каналу CN, со временем ты к ней привыкаешь, и она не вызывает сильного отторжения. Отдельное уважение сериал заслуживает за количество персонажей, которых умудрились впихнуть в сериал. Первого по третий сезон всего было больше 25 участников. Думаете, легко готовить для 22 неблагодарных подростков? Да мне в тюрьме легче работалось! В последующих сезонах уже были другие участники, и их количество стало меньше. Однако, в общем счете, на экране появилось 68 персонажей. На самом деле это огромное число. Подумайте сами, ведь на каждого персонажа нашли своего актера озвучания. Ну, тут я чуть приукрасил. Все же некоторые актеры озвучивали по несколько персонажей. Но все же это серьезная цифра и заслуживает уважения за продакшн. К сожалению, остров отчаянных героев должен быть закрыт по соображениям безопасности. Это шутка! Как будто нас это волнует! Настало время для острова отчаянных героев на Cartoon Network! Мультсериал стал настолько популярным, что его транслировали на огромном количестве каналов по всему миру. Первый сезон показывали более чем в 188 странах. Остальные же более 100 стран, что тоже немало. Сообщество до сих пор живо и ждет продолжения. И оно будет.
Точнее, мягкий ребут мультсериала с некоторыми измененными персонажами, однако сама концепция останется на месте. В детстве мне этот мульт не особо нравился, я не мог понять, что там происходит из-за рандомного показа серий. Но вот сейчас, когда я пересмотрел его, не мог остановиться, хочется узнать, кто там с кем будет встречаться, кто какую подляну устроит. О, и без волос. Ну и наконец, кто же станет победителем в конце сезона? Суперский мульт советую посмотреть тем, кто не смотрел, а тем, кто смотрел, напоминаю, он классный. А сейчас мы отправляемся в дикие джунгли. Далее на Cartoon Network «Джордж из джунглей». Не будем покидать дикие земли, пока я вам не расскажу про еще один забавный мульт «Джордж из джунглей». Мультсериал является перезагрузкой старого мульта 1967 года с аналогичным названием. За основу взят персонаж Тарзан со своими повадками примата и отличной хваткой за лианы. Наш главный герой Джордж то и дело попадает в дурацкие ситуации, которые сам и организовал. Джордж разрешил проблему. Ты же сам ее создал. Вылезти из дерьма ему помогает обезьянка и две девушки, Урсула и Магнолия. Кажется, что в джунглях никогда не бывает спокойно. Тут и там происходит буфонада, сродни посредственным мультсериалам. Особо популярным он не был, но точно транслировался на CNN, чем и заслужил свое место в списке. Это даже не мультсериал, это сборник короткометражек, созданных на основе журнала 50-х годов «Мэтт». Псих. Этот странный набор разного рода мультов в обществе называют детским вариантом Робоципа с канала Adult Swim. Здесь примерно такая же структура, только анимации всегда разные. То они пластилиновые, то сделанные в стиле коллажика, то 3D-графика, то классическая. Молоко. Есть тут и общие большие истории, между ними маленькие перебивки, потом снова какая-нибудь история или продолжение предыдущей. В общем, тут постоянности будут знаменитостей, политиков, фильмы, видеоигры или любые другие поп-культурные феномены. Школа экстремальных видов спорта имени Ксавьера. Шон Уайт, Райан Шеклер, Эшли Фиолик, вы обладаете сверхъестественными способностями. Мульт был основан на одноименном журнале, в котором выходили разного рода сатирические комиксы, вроде «Стёба над президентом США» или что-то в этом роде. В какой-то момент талисманом и лицом журнала Мэтт стал конопатый парнишка, которого прозвали Альфред Нойман. После того, как читателям зашел вид этого мальчишки, его стали запихивать довольно часто. Он нужен был для того, чтобы скрыть лицо какой-нибудь знаменитости, а также у него была коронная фразочка, которую он говорил при удобном случае. Что я беспокоюсь? Хотя вокруг творился трэш. Эта рожа засела у меня в башке очень надолго. Можно я канал переключу? Мультсериал, или лучше сказать, кавалькада коротких зарисовок выделялась тем, что в ней было много повторяющихся мультов. Например, «Найди Леди Гагу». Где Леди Гага? Она тут? А может, она здесь? Здесь? Возможно, а может, здесь? Может, здесь? Да нет, вот она где! Пародия на старые книги-пазлы, в которых нужно было найти Олли или Уальдо. Почему-то нашел два варианта названия этой игры. Также есть картонные новости, в которых рассказывают несуществующие новости. Отклонено. В этом сегменте берут фильмы или мульты, показывают отклоненные варианты, которые не попали в основной фильм. Шпион против шпиона. Эта тема мне понравилась больше всего. Не знаю из-за чего, возможно из-за стиля. Все очень просто, белый шпион устраивает подляну черному и наоборот. Yeah.
Что по итогу могу сказать? Мульт мне нравился. В это время я уже и сам начал подрастать, и хотелось чего-то более дикого, нежели классические каламбуры с клишированными мультами. Мэтт давал возможность лихвой, хотя иногда бывали и провальные эпизоды. Ну а в общем, всем и каждому советую посмотреть. Идет быстренько, только беда в том, что может надоесть из-за большого передоза. Далее отправляемся в Затерянное Королевство вместе с героем 108 на Cartoon Network. Довольно странный мультсериал с щепоткой азиатского фольклора и героической тематикой. Hero 108. Это герой 108. Завязка очень проста. Главный злодей Транжира обманул всех животных, которые населяют этот мир, сказав, что люди объявили войну животным. Поэтому все, как один животный, объединились в противостоянии. Но однажды безжалостный обманщик Транжира внушил животным, что люди их враги. Только наша команда Грин, состоящая из настоящих героев, сможет противостоять нападкам животных, договориться с ними и одолеть злодея Транжиру. Могут сделать что-то плохое. Мульт максимально детский, никакой жестокости, серьезных тем для обсуждений. Да и цветовая палитра говорит сама за себя. Единственное, что цепляет в этом мульте, это разнообразие форм и умений персонажей. Как животных, так и героев. Вот просто взгляните на этот список того, что могут все персонажи, и животные в частности. Однако лишь образы и способности были интересны, а этого маловато, чтобы зацепить зрителя. Ну, меня уж точно. Пираты обшарили все. Каждый остров. Воды, кишащие акулами. Сердце водоворота. Где же он может быть? Буревестная гавань. Вот где прятался Фламча! Ну и в конце хотелось бы закончить одним из самых влиятельных мультфильмов на Cartoon Network. Один лишь мультсериал дал дорогу огромному количеству людей, которые над ним работали, тем самым невольно создав новую ветвь в истории телеканала. И этот мультфильм – удивительные приключения Флэпджека. Злоключения! Удивительные злоключения Флэпджека. Мультсериал повествует о приключениях маленького юнги Флэпджека и пирата в отставке, капитана Кастета. Помогает им в злоключениях Китиха Бабби, которая приютила себе Флэпджека и стала для него как родная мать. Они, кстати, живут у нее в брюхе. Самый милый ангел в буревестнике. Люблю тебя, Бабби! И тебя люблю, капитан! Однажды Кастет рассказал Флэпджеку о тайном конфетном острове, который они от серии к серии будут пытаться найти. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Флэпджек – типичный мальчик-пройдоха, которому интересно все на свете. Чем-то напоминает Спанч Боба. Капитан Кастет – подлый обманщик, который ищет во всем только личную выгоду. Отчасти выполняет роль отца Флэпджека, когда у него просыпается совесть. Как там стирка? Не очень удачно. Баффи – серьезная мадам, заботящаяся о двух обалдуях, хотя и сама время от времени может быть забавной. В мульте есть странные намеки на алкоголь или вещества посредством жуткого желания конфет. Такая же тема была провернута еще в Эд, Эдд и Эдди. Ну, об этой теории мы уже говорили. Кружится голова. Пойду за нюхательной солью, мадам. Изначально мульт вообще был предоставлен каналу еще в 2001 году, но тогда его забраковали, однако получил достаточно бодрую критику в свой адрес. Истории и концепция была разработана создателем Марком Эштоном Ваном Орманом. Фу, многие звали его просто Тур Ван Орман. Так вот, он жаждал морских приключений с самого детства. Этому киту самой слабо тягаться. В один момент, когда он вырос и стал самостоятельным мальчиком, он отправился жить на остров в штате Флорида. Или Флорида. После того, как он понял, что это довольно опасное дело, вернулся обратно в город. В тот момент ему и пришла идея создать мультсериал и рассказать истории, в которых сам хотел быть главным героем. Ладно, переходим к самому интересному, на мой взгляд. Какой же ты хитрец, внучок. До свидания, мисс Визерсби.
Работа над этим мультом дала огромный буст почти всем, кто над ним работал. Я просто перечислил людей и мульты, которые создали мультфильмы после Флэпджека, и вы все поймете. Начнем с самого крутого. Pendleton World – «Время приключений». Джеймс Квинтел – «Обычное шоу». Алекс Хирш – «Гравити Фолз». Патрик Макхейл – «По ту сторону изгороди». Поздравляю вас, вы супер крутой чел, если все эти названия мультов для вас знакомы. Сердечно жму руку. Но ты такой крутой! Считается, что именно этот мульт ознаменовал переход канала CN в новую эпоху, которая длится до сих пор. Есть даже график, который создали челы с Reddit. Тут более подробно можно понять, откуда ноги растут. Взгляните на стиль анимации и безумные истории, которые встречаются в нынешних мультах на канале. И все это заслуга злоключений Флэпджека. Это все на сегодня. Веселых вам выходных! Если вы спросите, а где же этот мульт или этот, то сейчас я все объясню. В этом ролике я пытался напомнить вам именно о тех мультах, которые по каким-то причинам потерялись или позабыли, или не были достаточно популярными, но они шли на канале CN. И я помню о них, либо смутно, но все же помню. Да, здесь вы не увидели такие мульты, как Джонни Браво, Powerpuff Girls, Пес Карридж, Самурай Джек и многие другие. Лишь по той причине, что про эти мульты и так полно видосов на Ютубе. И о них до сих пор помнят и иногда вспоминают. Если же вы хотите выпуск о тех мультах, которые не вошли в этот ролик, тогда, не знаю, давайте наберем 5000 лайков, и тогда я соберусь и сделаю ролик. Договорились? Что ж, получился такой выпуск, который вы сами просили в комментах. Постарался сделать его максимально подробным, там, где это нужно было. Ну, а я пойду отдыхать. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до самого конца. Вы самые лучшие. И подписывайтесь на канал, Инстаграм, Телеграм, канал «Дальше больше». И пока!